Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Женщинка, и сегодня у нас последнее видео лета 2022 года. Надеюсь, оно прошло у вас хорошо, как и у меня, в принципе. И в завершении данного лета я хочу сделать уже информативное видео, как же все-таки быстро качаться в организации в общине на Black Russia. Задания здесь максимально легкие, так что способ будет очень легкий и очень эффективный. Поэтому что, всем приятного просмотра, будем начинать. Ну, как вы вступили в организацию в Сим, вы находитесь на рядовом. Подходим вот к данному NPC, дежурный, и нажимаем взаимодействовать. После чего проходим тест на ефрейтора, полить его не буду, чтобы не портить фракции. После того, как вы уже получили звание. И вот, после того, как вы ефрейтор, допустим, вы нажимаете задание в организации. И здесь ищете такое задание всегда на чеку. Суть данного задания заключается в том, что вам просто нужно обыскать 5 заключенных. Ну, подумайте сами, как же это легко. Но главное все сделать по РП, и тогда будет вам, у вас все будет красиво, вас не уволят, а вы будете повышать так. Сейчас заключаем фары. Ну, на всякий пожарный дверь открываем. После чего мы уже едем... Так. Вот, мы сейчас подъедем уже к самим воротам тюрьмы, и там я вам все покажу. Мы подъехали к КПП, но сейчас надо включить, чтобы все видеть, как отыгрывается. А пенсия прошла? О, да, реально. И вот, смотрите, стоит первый зэк. Мы вот так вот к нему подходим. Надеюсь, ты не убежишь, потому что, ну, по фактам. Так, блэр. 3. Отыгрываем. Ну, смотрите. Перчатка для обыска. В принципе, надо дождаться, когда полностью отыгровка произойдет. И, в принципе, уже нажимаем. Так вот, удерживаем его, нажимаем, выбираем вкладку рабочий, здесь провести обыск. В общем, он так отталкивается, и один из 5 заключенных уже обыскан. Ну и посмотрите, если мы так всего-то 5 заключенных надо обыскать, на самом деле это очень и очень мало. И надо, давайте вот этого. Не более, какой-то ОПГшник, поэтому... А, окей, я понял, я его просто... Вот, допустим, он стоит даже в ФК, нам даже такое удобно будет. Чтобы он как раз таки никуда не убежит от нас. После чего ждем полностью, когда отыгровка произойдет. Рабочий, выбираем провести обыск. После чего у нас уже все обысканы. Два человека уже обысканы. Так что кто у нас создал его? Ну, в принципе, сейчас вернусь. Я тут, конечно, учила, нашел все для побега, но я ему вроде как ничего не смогу сделать. Кстати, в камеру. Опа. Смотрите, у меня есть, короче, игрушка. Я могу ее пользоваться на территории тюрьмы, только как раз таки в этой, как вам. В камерах. В принципе, все, мы выполнили уже задание. Теперь можно, в принципе, бежать к NPC. Ну, уже прописать команду слэш F-меню. F-меню. И вот, у нас 10 из 100. То есть нам еще несколько раз так надо сделать. Ну, достаточно это будет очень легко. Потом стоять вот здесь, вот главное, если вы выходите через турникет, то обязательно запоминайте, что вам нужно именно ждать до закрытия турникета, потому что один раз зэк так выбежал, и меня уволили. Это же неприятно, согласитесь. И так делаем много-много раз, вы очень быстро сможете повыситься на высокие звания, такие как сержант, старшина и так далее. Вот. Ну, надеюсь, я кому-то помог, потому что реально способ очень легкий и очень эффективный, поэтому что ж, всем удачки и всем пока-пока.